Руслан Сафаров. Иди к нам, Руслан. Привет, Руслан. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан, а как сказать по-азербайджански «здравствуйте»? Салам. Салам. Я рад вас видеть. Привет. Скажи, пожалуйста, ты любишь математику? Да. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Программистом. Программистом? Да. Получится ли у 6-летнего участника решить задачу в уме быстрее, чем это сделает взрослый с помощью калькулятора? Сейчас проверим. Мы начинаем испытание для Руслана Сафарова. Итак, для этого испытания мне понадобится один из звездных гостей. Думаю, самые быстрые пальцы у нас у Евгения. Жень, прошу вас. Прошу. Привет. Знакомство. Удачи. Сейчас на экране по моей команде будут появляться сложные математические примеры. Участникам эксперимента предстоит решить их. 6-летнему Руслану в уме. 36-летнему Евгению с помощью калькулятора. 35! Простите! Так было просто красиво. Итак, мы начинаем нашу математическую дуэль. Поехали. Итак, первая задача на экране. Восемьдесят? Да. Руслан, ты уверен? Да. Ответ этого примера 80. Спасибо, мы запомнили твой ответ. Ждем Евгения. Восемьдесят. 80, действительно. Руслан, это потрясающе. Это аплодисменты тебе, это правда потрясающе. Ты готов продолжать? Да. Очень хорошо. Следующий пример на экране. Прошу. Сейчас я сделаю. Жень, сдавайся. 9409. Корень квадратный. Минус 2,9. Минус 40. Отрицательное значение? Да. Ты уверен? Да. Минус 40? Да. Мы запомнили. Жень, как ваши дела? Минус. Сейчас. 5, 2, 9. Минус 40. Действительно. Действительно, и у Евгения минус 40. Это правильный ответ. Минус 40. Руслан, готов продолжить? Да. Отлично. Следующий пример на экране. 204. 204. 204. 204. Мы запомнили этот ответ. Корень квадратный. Скобочка закрывается. Жень, мы болеем за вас. Подождите. Скобка. 1,5. Ну, вообще, это вообще какая-то катастрофа. Минуту назад Руслан Сафаров этот пример решил в уме. Я хочу обратить внимание, что правда у него вот на этой красивой синей кафедре, или тумбе, как хотите, нету никаких приборов. Вообще даже ручки нету. Так, вот сейчас мы добились на экране калькулятора у Евгения 204. 204, да? Да. Ну, то есть произведен с разрывом в 3 минуты. Ты меня опережаешь все время, понимаешь? Жень, значит, я должен... Руслана не нужно предупреждать, он готов ко всему. Вас предупреждаю, сейчас задание будет чуть сложнее. Сейчас задание будет сложнее. Прошу. Внимание на экран. Я в уме могу. Он еще не сейчас. 101, 7, 6, 4, корень квадратный. Минус 6, 5. То есть сначала надо решить пример, а потом 20% найти. Жень, я пытаюсь помочь. 7,2. Стоп, стоп, стоп. Еще, еще раз. 7,2. 7,2. Да. Мы запомнили этот ответ, Руслан. Спасибо большое. Мы верим Руслану. Так,
Не мучайте если, Евгения. Если есть число, как там 20%? Ну, разделите на 100, умножьте на 20. Что, получился ответ какой-то? Руслан, какой был ответ? 7,2. Жень, безнадежно. Оставьте. Оставьте. Давайте скажем, что у вас сели батарейки. Да, у меня 7,2. Это правильный ответ? Поздравляю. Да, это правильный ответ. Жень, у нас есть нашатырь, возвращайтесь. Продолжим? Да. Следующий пример. А ты можешь объяснить, что такое логарифм? Логарифм – это наоборот квадрат. Готовность есть? Да. Отлично. Женя, низкий старт. Прошу, следующий пример на экране. И число лог. Сколько? 7. Руслан, это невозможно было сделать, правда, так быстро? То есть я запомнил 7, а как у тебя это получается так быстро? Я много тренируюсь по у папы есть на телефоне математические приложения. Я там тренируюсь, логарифмами занимаюсь, у меня получается так быстро решать логарифмы. Жень, как дела? У Жени ошибка. Руслан, надо ему помочь, по-моему. Пойдемте. Ты умеешь пользоваться калькулятором? Не очень. Не очень? Только зачем он ему все нужен? Логарифмы зачем? В уме. Руслан, так какой был ответ? Мы уже заболтались. 7. Ну что, давайте проверим, правильный ли это ответ. И это опять правильный ответ. Браво. Руслан Сафаров, ему 6 лет.